Всем привет, всем здрасте, как прежде с вами я, зовут меня Антон Чехов, и это город ярких впечатлений. Сегодня Хэллоуин, посмотрим, что же сегодня чудного, ужасного и интересного подготовил торговый комплекс Сити для вас. Как ты относишься к Хэллоуину? Положительно. Это крутой праздник. Ну, вообще положительно. Как бы праздник, конечно, не наш, не чисто русский, но такой веселый, движовый. Не русское, не наше. Расскажи про персонажа, которого ты, может быть, наряжался или нарядишься еще. Я не знаю, но я бы нарядился вампиром. Когда-нибудь кто-нибудь тебя пугал сильно? Да, были такие случаи. Я, наверное, зомби наряжусь. Я не только на этот праздник так наряжаюсь просто. То есть каждый выходной, каждый праздник ты зомби, да? Ну, бывает еще в понедельник с утра, я там даже не наряжаюсь, но я зомби все равно. Ужасное и интригующее. Именно такими словами можно охарактеризовать сегодняшнее шоу «Хэллоуин» в торговом комплексе «Сити». Это был город ярких впечатлений. Как прежде, с вами я, Антон Чехов. Увидимся через мгновение. Пока-пока.